Восьмое. Испытание костры. За отведенное время коснись как можно большего числа красных лучей. Так, это у нас на скорость. Цели. Коснись как можно большего числа красных лучей за отведенное время. Касайтесь появляющихся в случайном месте красных лучей. Каждое касание добавляет немного времени по окончанию, до окончания испытания. Вам пригодятся такие умения, как перенос и проворство. Если вы упадете в бездну, начнете с последнего луча, которого коснулись. Вы не получаете урона при падении. Мана восстанавливается очень быстро, так что не бойтесь использовать перенос. Результаты. Каждый красный луч, которого вы коснетесь, улучшает ваш результат, а также помогает быстрее добраться до следующего луча. Выполняйте сложные прыжки, чтобы получить призовые очки. Так, сложные прыжки. Хорошо, конец испытания завершается, когда таймер доходит до нуля. Костры, средний тип, скорость. 30 тысяч надо. Касайтесь появляющихся в случайном месте красных лучей. Каждое касание добавляет немного времени до окончания испытания. Так, сначала мы найдем куклу. Так, очень быстро, мне интересно, насколько быстро. Ой, вообще быстро. Прям можно. Хотя нет. Где нет, можно. А еще звуком сопровождается. Это удобно. Так, ладно, мы ищем куклу. На маленьком острове, парящем над основной игровой зоной на дереве. Так, хорошо. Походу там. Как мне... Эй. Как мне туда за 30 секунд успеть? Там, я так понимаю, где-то на острове. Два. Может, мы туда... нас принесут туда? Пока я особо не тороплюсь, потому что я хочу найти сначала Эмили, куклу. Вот там, а вон, все, вижу ее. А как мне туда допрыгнуть? Нет, 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 нет. Так, пробуем еще раз. Не получилось. Так, в общем, мы знаем, нас сюда, видимо, поведут. Как туда допрыгнуть, что-то не получается пока. Сейчас узнаем, как. Сейчас пару раз еще попробуем и узнаем. По-любому прыгать оттуда. Первый, в принципе, луч можно собирать. Второй тоже. Как все печально. Это очень печально. Вниз попадешь и все. И не выйти. Так проще было залезть. Так, идем за куклой. Да, пошли. Нет, так мы куклу не заберем. Так мы точно куклу не заберем. Кипиш. Так, ну по-любому оттуда. Нам просто надо было, чтобы там луч был. Да, было бы очень удобно. Он появился в другом месте. Ну, как и говорили, в случайном месте. Так, опять туда нас не направляют. Это плохо. Так, в любом случае нам сюда. И вот отсюда, да? Не знаю, как туда попасть. О, попали? Нет, 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 нет. Не попали. Ладно, попробуем пока сюда. Может, нас туда потом отведут. Может быть и нет.
обратно возвращается. Может, они бесконечны вообще? Они будут всегда появляться, то есть их много-много-много. А время добавляет сколько? 6 минут? 6 секунд. Не, ну сейчас, конечно, мы не пройдем. 8. Там совсем зажимают. И туда мы уже не успеем. 13500. Мне интересно, как забрать куклу. Получена картина. Хорошо, на одну звезду мы прошли. Так, как забрать ее? Они, конечно, хорошо написали, чтобы быть наверху. Начинать по-любому здесь надо. Первые две отметки у нас всегда одинаковые. Здесь надо как-то научиться правильней залезать. Что у нас там? Понятно. То есть ничего интересного нет. Как нам туда запрыгнуть? На камушке, что ли? Так, посмотрим. Бегите вверх по наклонному зданию в дальнем левом углу и спринтуйте или используйте ловкость, так, чтобы приземлиться на него, затем идите к дереву. Как бы мы все делаем, ничего не получается. Туда просто не допрыгнуть. Вот здесь писявое место. Так, отлично. В нужное нам место попадаем. Так, ну скорее всего вот это вот наклонное. Отсюда бежать. Мне чуть-чуть не хватает. Чуть-чуть не хватает. Отсюда мы точно не попадем. По-любому отсюда. Самого верха, что ли? О, отлично, 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 все. Куклу Эмили забрали. То есть надо самого-самого верха. Так, ну все, здесь, наверное, можно сейчас проигрывать. И уже проходить на 30 тысяч очков. Его Эмили нашли. Повторить испытание. И теперь уже не отвлекаемся. Теперь уже по-нормальному. Относительно по-нормальному. Очень неприятное место. Далеко. Чего так далеко закинули-то ее? 1000 дали. Ни времени, ничего не дали, а закинули далеко. Да, странный рандом. Сейчас отсюда давай обратно наверх кидай. Будет прекрасно. В принципе, как-то так и вышло. Да, точки очень-очень неудобные. В этот раз нам дали. Помазали. Ладно, в этот раз я не знаю, это слишком неудобные точки.
До этого как-то ближе они все были. Еще надо местность изучать. Как добраться-то? Так, опять наверх. Здесь, наверное, надо... Вот, скорее всего. Да стой, ты куда-то падаешь. Вот здесь, скорее всего, надо было залезать. Опять же, не факт. Как наверх попасть? Вообще неудобно. Это что, портал нет? Нет, какой портал? Ладно, вообще уходим отсюда. Если там будет, это жесть. Эти у нас летают снизу. Не, ну туда это далеко. Далеко непонятно, как подняться. Я знал, как подняться, если бы нам время бы дали изучить локацию. Нам же не дают. Нам просто говорят, давай туда. А как? Их не касается. Сейчас, наверное, опять будет четвертая там, наверху. Ну, почти. Вот эти близко были. Это опять где-то далеко. Куда, куда, куда? Так, всего лишь 9011. Я уже устал. Я уже устал бегать. Все, да, я уже устал. Устал и не понимаю, на края не получается запрыгивать. Прыжки вообще плохо получается запрыгивать. Так, странно, странно. Мало нам дали, 11 тысяч. До этого мы особо не парились, случайно набрали 13500. Там какие-то надо прыжки делать высокие. Кто-то как-то... Видимо, что так надо прям приземляться. Нет, так не получится. Все так засчитывается, как 1000. Если я прыгну как-то по-другому, если просто подойду, тоже 1000. Так, если вот отсюда прыгну, тоже 1000. Надо еще изучать, вот как мне туда попасть по-быстрому. Снизу никак, то есть по-любому здесь. Как мне сделать какой-то там большой прыжок? А никак. Просто 1000. Полторы тысячи почему-то дали. Может, надо сверху так просто спрыгивать на нее, чтобы прям свысока. Не вниз, как я нажимаю, а так наверх. Ладно, мы уже не пройдем. Начнем испытание заново. А впереди еще такие же испытания различные. Только карта будет меняться. Это надо в начале игры такое давать. Потом уже саму игру играть. Очень хорошо прокачает умение прыгать. Угадали. Так, ну допустим, вот так.
плюс 1500. Не знаю, от этого считается, не от этого. Давай, 1000. Всего лишь 1000. Ну, скорее всего, да, надо прыгать как-то свысока. Вот сейчас не зацепили, но быстро, луч света. Так, то есть, если мы быстро-быстро забрали, то за это нам дают. Хорошо. Быстро, но упали куда-то. В принципе, точки все повторяются. Быстро. Видишь, там высоко, высокий прыжок. Так, ну сейчас вроде как шанс есть. Возможно. Почему? Да хорош. Это серьезно. Серьезно. Так, бесячее место, все, я не буду пробовать. Так, сейчас мы поучимся с этим местом. Именно с этим местом. Потому что оно самое запарное. Самое непонятное. Что у нас имеется? Нам на вентиляторы надо запрыгивать. То есть здесь вот прыгать на вентиляторы. Здесь мы не дотянем, да? Как-то так. Так, хорошо, если мы спрыгнем. Допустим, просто на вентиляторы. Здесь плохо. Самое разумное, в принципе, это вот на эту запрыгивать. Не получается. Здесь я вряд ли попаду. Вот самое... А, здесь уже все, если мы очень близко. Здесь не получается. Так, хорошо. Если на эту, тоже будет проблема. Так, сейчас мы разберемся все-таки с этим местом, потому что самое запаристое место. Оно довольно-таки часто попадается. Либо нет, сюда не получается. Да, не получается. Здесь надо все в панике делать по-быстрому. Ну ладно, допустим. Попробуем так. Здесь уже понятно, что эти камни. Опять же, не всегда получается. Чуть-чуть выше дашь. И уже не хочет. Не хочет. А, здесь уже, наверное, бесполезно. Луч света очень быстро. 2000. Отлично, у нас за проход. Так, может, здесь можно как-то пробраться? Нет, походу нет. Как туда пробраться по-быстрому? По этим? Кстати, возможно, да. Вот, все, мы нашли место хорошее. Хорошо. Сейчас пройдем. Конечно же. Конечно же, пройдем. Так, здесь можно, в принципе, вот так, да. Место пригодилось. Так, а туда, я не знаю, туда уже так не получится.
Опять далеко. Чего так тут далеко? Так, ты что, застрял? Так, туда не получится. Сколько она? 15 тысяч всего лишь. Я уже очень сильно устал. После этой попытки перерыв сделаем. Слишком далеко они были. Слишком далеко. Ладно, 16 тысяч. Так, делаем небольшой перерыв. Так, все. 5 минуточек отдохнул. Продолжаем. Мы, кстати, сделали какой-то один какой-то прыжок. Большой. Может, как-то вот так? Нет. Так не очень хорошо. Понятно. А ну все, здесь уже. Здесь уже все. Один раз закосячишь. И можно уже не пытаться. Что ж так далеко? Здесь я еще пока не очень понял, как забираться. Вот здесь сюда, потом сюда. Так. Очень быстро луч света. Не получилось допрыгнуть. Опять наверх. Вот это хорошо. Вот это очень быстро получается. Куда-то вниз. Почему не получается-то? Вот залез. Восемнадцать тысяч. Не, ну, сейчас, наверное, не получится. Получится что-то. Нет, вряд ли. 9 секунд. Ну, серьезно. Ладно, мы приближаемся к 30 тысячам. Все ближе и ближе. Так, теперь доступно испытание касты. А, еще экспертный режим. Я там, наверное, вообще с ума сойду. Ладно, пока пытаемся здесь пройти хотя бы на 30 тысяч. Ровно. Так, большой какой? Такой прыжок какой-то должен быть. Не дотянул. По идее, вот это означает какой-то там высокий большой прыжок.
Наверное, вначале надо его использовать как-то. Нет, не прокатило. Почему не срабатывает? Сейчас ладно. Так, может как-то по-другому сейчас научимся? Может лучше запрыгивать сюда? Блин, плохо. Может сюда легче запрыгнуть наверх? Отсюда прям туда. Вот это может какой-то сложный прыжок. Луч света. Это просто очень быстро, это не считается каким-то прыжком. Все, уже не успели ничего. Так, ладно, я сейчас гляну, что значит эти большие прыжки. Падение в бездну. Так, хорошо. Я посмотрел, какие есть сложные прыжки. Но не уверен, что я их повторю. Сложные — это что-то типа как вот мы должны допрыгнуть сюда. Отсюда мы прыгаем и туда. Сложный? Нет, не сложный. Здесь у меня проблемы. А, вот. Я понял, как сюда забираться. Но не на перила, а рядом. Так, здесь. Вот здесь есть какой-то сложный прыжок. Если мы отсюда, вот отсюда прыгаем сюда. Это считается сложный прыжок, нет? Вроде как должно. Так, здесь у нас сложный прыжок. Вот отсюда. Вот, сложный прыжок. Засчитали. Ладно, будем учиться. Здесь, по-моему, сложный прыжок. Не, отсюда, по-моему. Может быть. Но не факт. Это вряд ли сложный. Так, здесь бы просто хотя бы добежать. Так, можно было, в принципе, допрыгнуть. Уже нет. Ладно. Не успеем мы ничего сделать. Тестировали, тестировали. Так, вот здесь сложный прыжок куда-то сюда, если запрыгнуть. Луч света. Двенадцать дали. Так, все равно не успеем. Ну да. Так, ладно, сложный прыжок. Один всего лишь получился. Плохо. Получился только один. Здесь у меня плохо получается залезать. Здесь, наверное, как-нибудь отсюда. Сложный прыжок, нет? Нет, не засчитали как сложный. Тоже вряд ли мы что-то сделаем. Окна эти кривые. А там вверху. Ладно, не пойдем. Уже не пойдем. Понятно. Вот здесь очень плохое место. Где мы должны туда попадать? Сейчас надо научиться. Вот, нормально попадаем. А
Хорошо. Так, наверное, будет побыстрее. Ну, конечно. На практике все хуже. Так, вот здесь. Отсюда прыгаем. Сложный, несложный. Не знаю. Ладно, не будем смотреть. А что ты не прыгаешь-то? Я нажимаю пробел, он не прыгает. Да. Ну, кстати, здесь... А, понятно, где это находится. Ладно, здесь уже все запорото. По новой. Очень много нужно попыток. И здесь все равно не получается. Ну хотя бы немножко побыстрее стало. Так, ну здесь вроде все просто. Пониже. Может так? Луч света. О, сложный прожжок. Засчитали. Так, здесь сложный, нет. Здесь не сложный. Так, опять так далеко. Пошло все так далеко. Наверное, сложный. Нет, сложный не зачитали. Перепрыгнул. Это очень печально. Туда. Самое нелюбимое место. Не, уже все. Уже. Да, ты серьезно? 90 метров. Не-не-не. Слишком далеко. Ладно, не угасаем. Просто не буду обращать на эти сложные прыжки. Я постоянно смотрю, попадаем мы, не попадаем. А мы не попадаем. Никогда в них. Чего ж так далеко? Вообще нечестно. Так, не знаю, получится, не получится. О, получилось. Падай, падай, падай. Сложно читается, нет? По-моему, нет. А, по-моему, отсюда можно попасть как-то. Если мы отсюда допрыгнем, это будет сложный прыжок. Мы отсюда не допрыгнем. Не, как-то можно допрыгнуть. Сейчас потренируемся. Нам это пригодится. Не хочет. Не хочет. Но можно отсюда допрыгнуть. Я так понимаю, без сложных прыжков вообще здесь не пройти будет.
все равно не получилось. Бесявое место. Очень бесявое место. Потерял. Наверное, как-то туда можно по-другому забраться. Может, через эти. А, серьезно, вот, нашел новый путь. Быстрее сюда. Так, хорошо. Здесь у нас вот здесь сложное место. Вот так вот. Сложный прыжок. Да, нет. Нет, не засчитали. Надо прыгать как-то еще сложнее. Помазали. Так, сложный, несложный. Вообще никуда не попадаем, походу. Сейчас я тоже не рассчитываю на победу. Так, куда-то случайно попали. Ты издеваешься. А, как мне туда забраться так быстро? Никак. Да, очень подбешивает. Еще ладно, там попыток раз 10-15, но уже, по-моему, перебор. То что-то у них такое слишком простое, то вот такие вот испытания даются. Ладно бы она еще была не рандомная, всегда в одних тех же местах появлялась бы, было бы нормально. Так, туда все, я понял, понял. Нет, нет, не падай. Столько пробежал, и все в никуда. Ладно, заново. Надо, да, наверное, так проще чуть выше брать. Опять застряли. А если вот здесь? О, сложный прыжок считается. О, залезли. Еще сложный прыжок. Он был сложный. Не засчитали. Он был сложный. Луч света. Тоже не засчитали. Так, опять куда-то туда. Ну, серьезно. О. Нет, больше мы здесь не пройдем. Ладно, здесь получилось с первого раза. Ну уже. Чуть. Так, куда туда? Ладно, вот это, в принципе, отсюда не очень сложно.
Не, когда они вот так вот рядом, еще нормально. Но когда они появляются вообще в другой карте, в другой стороне карты, уже не очень. Здесь плохо перелетать. Так, где еще? Нет, не зацепились. Так, пробуем, нам надо обязательно здесь. О, получилось. Вот это вот плохо. Плохо вот это вот. Вот получается так. Очень много теряем времени из-за этого перелета. Так, я запутался. Нет, туда мы, по-моему, уже не успеем. Успели. Так, все, не успели. 25 000. Но, да, до этого 25 500 было. Хотя здесь, по-моему, я больше устал, чем там. Ладно, просто прыгаем. Как получается, так и прыгаем. Здесь не получается никогда. Но мы все еще прыгаем. Здесь надо сразу сюда пропускать эту. Так, хотел побыстрее залезть. Все, затянули. Когда-нибудь начнет получаться это место мне проходить быстрее. Все, застряли. Здесь, наверное, проще так. Здесь тоже мне не получается постоянно. Так, а здесь я постоянно перелетаю. Сложный прыжок получился. Двадцать тысяч. Это серьезно. Как мне туда успеть? Просто не успею за 5 секунд. Да. Очень прикольная. Прикольная игра. Прикольное испытание. Продолжаем. Пока нервы еще имеются. С этим местом только что-нибудь решить.
далеко. Опять далеко. Ладно, здесь еще допустимо. Открываем для себя новые пути какие-то. Потихоньку. Ну давай, ты научись ты здесь запрыгивать. Что ж такое-то? Здесь постоянно головой стукается. Здесь постоянно перелетает. Из-за того, что один раз перелетел, все испортилось. Спись, да. Ладно, уже опять же мы не успеем, чё. Сложный, несложный. Нет, обычный. Несложный это был прыжок. 16500. Рука подустала прыгать постоянно. Ладно. Мы не будем сдаваться. Когда-нибудь пройдем. Вот опять, что тебе нужно? Здесь, наверное, проще вот так вот перемещаться. Вообще не прыгая. Так, сложный прыжок вот здесь. Да, не получился. Мое самое нелюбимое место. Вот сейчас нормально прошли. Здесь тоже мое нелюбимое место. Так, должен быть, да, сложный прыжок. Здесь не получается. Будем учиться здесь прыгать. А, вот, по-моему, кстати, можно было повыше. Что надо повыше взять и вот так вот. О, отлично. Тоже сложный прыжок. Причем пока мы не выучим все сложные прыжки, мы, походу, не пройдем. Да хорош ты. Почему я сюда перепрыгиваю здесь? Хотя бы я знаю, как теперь забираться обратно. Так, зачем я сюда пошел? Это, по идее, тоже сложный прыжок. Сложный прыжок. Не успели. Так, уже три сложных прыжка, ладно. Кое-как, кое-где мы их уже находим. Чуть побольше бы их было. Здесь, наверное, время не надо потерять на этот двойной прыжок. Что ж ты будешь делать. Наверное, зря делают эти двойные прыжки. Порой. Так получается немножко дольше. Так, так, так. Блин, плохо. Все, теперь мы уже не пройдем. Так, ладно, тогда для себя потренируемся. Здесь прям, да, прям так неудобненько.
ли здесь идти. Все, упираемся. Опять где-то наверху. Сейчас там... А, ну, естественно, да. Конечно, туда куда-нибудь. Подальше давай. Так, нужно еще идти. А, вот путь у нас получается. Вот это самый такой быстрый. Все, понятно. Мы еще один путь нашли. Главное про него не забыть, что он есть. А сейчас мы сразу и пробежимся по нему. Это такой самый такой момент неприятный. Когда мы находимся здесь, нам надо на самый верх. Что мы делаем? Мы можем пробежать сюда. Это, наверное, плохая идея. Это долгая идея. Здесь вообще не был. Какие-то закоулочки. Так, нет, так делать не надо. Так, хорошо. Делаем примерно то же самое. Допустим, мы находимся здесь, нам надо на самый верх. Мы прыгаем сюда. Здесь мы прыгаем сюда. А, ну вот и все. Вот он, получается, быстрый такой проход сюда. Да. А я пытался по этим штукам. Правильно, оттуда по этим получается намного дольше. Мы время и тратили. Так, что там такое? Там что-то есть. Даже стало интересно, что там. Да, можно было луч загнать. Так, еще раз закрепляем. Сюда. Сюда. И вот мы, грубо говоря, и здесь. У нас еще меч есть. Так, пробуем туда наверх. Прикольно. Непонятно зачем, но прикольно. Так, все, теперь проходим. Когда-нибудь ты научишься прыгать здесь. Здесь тоже не очень просто. Не получается так. Так тоже не получается. Сейчас вряд ли может что-либо успеем. Так, мне очень раздражает это место. Что мы здесь можем сделать лучше? Отсюда прыгать. Это не очень удобно. Сейчас попробуем заново. Здесь почему-то не получается. Снизу это слишком высоковато, что ли. Мы прыгаем сюда. Потом отсюда сюда. Не, это слишком долго, если мы... Вот сейчас получилось. Так, здесь сложный прыжок. Хорошо.
Так, вот здесь мне сейчас это поможет. То, что мы закрепили. По-быстрому, по-быстрому. Так, чуть-чуть бы и перелетел. Опять куда-то наверх. А если здесь? Так, наверное, быстрее, кстати. О, так быстрее. Отлично, еще один путь нашли. Более хороший. Так, обратно, обратно 17500. Не знаю, есть у нас шанс или нету. Я надеюсь, что есть, потому что я уже подустал здесь. Так, и все, сейчас мы запутались. Тысячи. А куда нам? А не сюда. Ай, ладно. Последние были очень плохие. Так, и ошибка игра выдала. Перезашел в игру. Что ж, продолжаем. Продолжаем наши муки. Наверное, больше часа я тут бегаю точно. Да-да-да, касайтесь, конечно. Все так просто. Все очень просто. Может, первый уровень. Да, в принципе, уже не первый считается. Для них-то точно. Для меня тоже. Эй, так нормально. Здесь так пробежимся. Так, здесь не делаем это, то мы перелетаем. Ладно, это достаточно быстро. 42 секунды еще есть. Может, что-то и выйдет из этого. Так, здесь прыгаем вниз. Здесь прыгаем наверх. Вот этот путь я раньше не знал, поэтому здесь было очень долго до нее добираться. Сейчас, конечно же, быстрее. Вот так бы все были такие близкие. Было бы вообще хорошо. Так, 23500. У нас есть шанс пройти. Перезагрузился и получился... Ну, перезапустил игру из-за ошибки. И появился шанс пройти. Отдохнул я буквально минут 5, наверное. Так. Не расслабляемся. Есть шанс закончить наконец-то это испытание. Вот это действительно испытание. Это прям испытание так испытание. Просто выучить всю карту. Так, далековато. Так, это, по-моему, последний остался. Все отлично. 32 тысячи.
Все, теперь я спокоен. Конечно, до конца еще побегаем, посмотрим, сколько мы сможем насобирать. Но в целом уже хорошо. Да. Уже нашли все эти быстрые ходы. Правильно, без них никак. О, туда уже никак. Не успеем туда. 3 секунды. Самая дебильная точка. Так, 39 тысяч. Получена картина, в галерее появилась новая картина. Я не знаю, кто это. Императрица, что ли? Я ее смутно помню. Отлично, прошли. Это будет очень длинная серия. Вы уж извините, я мог бы, конечно, это сократить до 5 минут. Но я думаю, пускай будет это все от начала. Вот это как, так скажем, прокачивается скилл. Познание карты и так далее. Покинуть испытание. Наконец-то. Так, галерея. Смотрим, что мы получили. Первый чертеж. Это алтарь. Хорошо. Здесь можно разобрать, что написано? Можно, да. Но 1 метр хайт. Мне это мало что даст. Перевернуть нельзя. Наверное, да, это императрица. Так, и все. И все. Так, идем в следующее испытание.